Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня опять же волна АК, мы будем ее разбирать, будем пробовать варианты сегодня для Фреи. Почему для Фреи? Я вам показывал, у меня Фрея сливается, и я уже на нее ставил и уклонение, и тестировал разные варианты сборок, там чарки разные, это все равно, в принципе, нас не спасает. В общем, сегодня у нас будет довольно-таки интересный тест. Я хочу потестировать два варианта. Один из них уже вот у меня стоит. Одна Фрея с ожогом. Она довольно-таки неплохо себя показывает. В большинстве случаев ее даже хватает. Бывает до четвертой волны, она не сливается. А второй вариант, это у нас Фрея будет с выживанием. С суперпитомцем. Как видите, вот все западло, вот до четвертой дохожу, и на пятой у нас только выходят герои, нету удачного захода. Я уже слил свыше 300 попыток, и честно скажу, что у вас будет Фрея с пактом, там, с суперсилой, обряд лечения, полностью насрать. Демоном сливается абсолютно любая, и вы ничего не сделаете. Вот сейчас будет заход. Да ты что, неужели? Ну-ка, удивите меня. Да куда вы пошли, блин? Козлы. Что вы делаете? Ну, тут два героя, они... Или три там, Феникс. Ну, вот реально удачный заход, классный. Но они уже просто... Мы уже не успеем их убить, наверное. Всех. В общем, в чем суть и смысл? Вот смотрите, даже АК-5 мы смогли посмотреть... Кто у нас тут есть? Тут у нас есть куча Фрей, куча всего, но у меня просто героев уже нету, их уже разобрали, как обычно. Просто надо везение, чтобы затащить эту волну. Вот вроде удачно все вышли, но видите, у меня просто герои сдулись. У меня остался ворожей. Ворожей бедный и Феникс. Вот, кстати, удачно зашли наверх, но, наверное, вряд ли мы дальше. Да, мы просто не убиваем, у меня некем убивать их. То есть я их просто не убью. Они даже там ушатали наверху, козлы, короче. И в большинстве случаев вот такие вот сливы, то есть четвертую, пятую я дохожу уже стабильно. То есть более-менее у меня герои уже расставлены правильно. То есть я ищу такой вариант, который уже более-менее будет проверенным и точным. Потому что в большинстве случаев 99% на сегодня эта волна проходится... чисто из-за везения. Кому-то больше повезло, кому-то меньше, кому-то раньше, кому-то позже. В общем, такие вот у меня здесь составы, и как видите, вот такая вот Фрея. Я специально поставил на нее суперпэта, чтобы дополнительно, ну, дал нам уклонение, ее 11к уклона, стоит недомогание, потому что что здесь будет стоять, суперсила, обряд лечения, это абсолютно ничего не меняет. Демон с одной тычки сносит. И плюс я решил потестировать сегодня ожог. 65% нейтрализировать атаку. И в большинстве случаев, кстати, это реально спасает. Остальные герои у нас стандартные сборки. То есть, такие как были, я их не менял. Вот такие вот у меня сборки на сегодня. Меня вот больше всего, скажем так, волнует Фрея, потому что именно она... Почему-то как-то странно, но именно она сливается демоном, остальные все остаются живы. Почему так, я не знаю. Вот у меня на сегодня еще единственный вариант, я посидел, подумал, кем реально можно ее заменить. По сути, никем, потому что она мне очень круто помогает убивать героев, плюс она с демоном, в принципе, не дает других убивать. Ну, по-разному бывает. Варианты разные. Тестил я Мишаню, но Мишаня, честно скажу, мне не понравился. То, что там некоторые, я уже говорил, проходят с ним, это не означает, что будет тащить у всех, поэтому не особо там кто хочет и думает, и ложит на него надежды, надеяться, это не факт, что вы с ним затащите. Ну, разные моменты бывают. Это самая рандомная, вот реально, самая рандомная волна на сегодня, которая есть. Аджей я вам показал, я там прохожу, в принципе, ее без проблем, там космо тащит, там и так уже все понятно, там уже все давно определено, там тащит космо на той волне. Здесь же космо не тащит,
Здесь тащит больше рандомчик. Пока у нас нету, возможно, в обнове у нас выйдут какие-то новые темы, новые чарки. Все возможно. Самая большая, скажем так, самая большая проблема на сегодня, это именно Wave K3, то есть на третьей волне, когда выходит демон, он зачастую сливает именно центр. Вторая волна проходится налегке. Бывает даже моменты на первой волне просто сливаешься. Такие моменты тоже есть, но от этого как бы это рандом. Вот вторая и на третьей у нас вылазит, опять же, тот паскудный демон, который, по сути, нам просто тупо портачит прохождение. И он же вылазит на пятой. Но пятая не настолько страшна, насколько третья. Потому что если на третью вас уже сливают, пятую я вам только что показал. Вот смотрим внимательно. Фрея с ожогом, в принципе, она не дамагер мега особо, но есть, конечно, плюсы. Она не так убивается. Как видите, в данном случае вот третья волна, и она еще жива. Единственный минус этого падлы, он убивает здание. Вот видите, опять та же самая ситуация, которая у нас была до этого. Этот демон выходит тоже рандомно, и он сейчас может в любой момент просто выстрелить вот в здание внизу и убить его. Где он там? Он у нас попал как раз на Феникса. То есть вот такой вот вариант на третий, когда он выходит на Феникса, самый идеальный, потому что Феникс его блокирует и не дает ему ударить. То есть его надо обездвижить. Но зачастую вот Фрея, думаю, у многих ребят сливается. Вот с ожогом как вариант, мне она вот как сейчас она стоит, вы видите, довольно-таки неплохо, и третья волна опять же проходится. То есть ожог, да, это вариант чисто для волны. Если у вас будут уклонения, он будет получше даже срабатывать, ну как на Ронине в принципе. Но этого хватает, чтобы она выжила. То есть это самое основное. То есть на следующую волну, на четвертую, у меня уже больше шансов. Потому что, во-первых, у меня есть Фрея с недомоганием. Вот третья пошла, вот четвертая. На четвертой сейчас у нас могут просто слить, зайти. Ну, в принципе, здесь, по сути, Фрею уже никто не ушатает. И она перейдет на пятую волну. То есть пятая волна у нас сейчас будет. Посмотрим, может повезет. У меня все пока что тьфу-тьфу живы. Вроде. Или ворожая уже нету. И ворожая вроде есть. Есть ворожая еще живой. То есть, как видите, ожог на ней это реально тема. То есть это блокировка скилла. Еще вариант выживания. Но выживание я тоже протестирую, посмотрю. Но вот такой вариант мне реально нравится. И как видите, результат довольно-таки классный. То есть для того, чтобы не слили вашего героя, причем она у меня сборка, она у меня не с уклонами. Если у вас будут уклоны, она будет еще круче стоять. Ну сейчас, как обычно, на пятой волне у вас, как и у меня, наверное, выйдет просто снизу, выйдут и ушатают это здание, либо демон ударит. Это рандомчик. То есть вот, как видите, на практике я два раза вам сразу же за одно видео показал, что вариант ожога на Фрея реально на сегодня очень... Ну вот видите, то, о чем я и говорил. Им надо было именно зайти снизу, блядь. Нельзя было сверху зайти. Именно надо было на это зайти. Падлы, короче. Ну вот это реально вот из-за чего эта волна рандомная, то, что надо подловить именно этот момент удачу, и чтобы у вас правильно герои стояли. Как бы вы там ни старались, что бы вы ни делали, какую расту вы ни строили, конечно, такая раста, я вам показывал постепенно, такая раста самая оптимальная. Видите, сейчас оккультиста просто слили. На первой же причем волне. Демон просто попал, ударил и слил. То есть, какую бы вы расту ни ставили, там заборы и прочее, оно не спасет. Самый лучший вариант, это когда у вас все разбросано по всей карте. Вот вторая, мы тут, я не знаю, затащим, не затащим. Ну, на третьей, то однозначно мы уже сольемся. Я не вижу, где там у нас... А, у нас одна постройка возле Зефира. Но нету оккультиста. Ну, вот видите, они ушли в инвиз, он отошел чуть-чуть назад, и они слили. То есть, таких вариантов до третьей доходить, вот реально. Проходите третью... Если вы стабильно проходите уже третью, то есть у вас фармится она более-менее нормально, то четвертая она легкая, и на пятой там уже надо опять же удача. Вот этот демон.
То есть вариант борьбы с ним ожог, и еще я потестирую выживание. То есть это будет, наверное, второй видос вам сделаю, покажу. Выживание тоже реально круто должно помогать, так как оно тоже дает невосприимчивость к атаке, то есть урон равен нулю. Ожог, он в принципе срабатывает 65%, имеет кулдаун, там я не помню сколько, одну секунду вроде, или больше, но сама суть. А там, конечно, кулдаун больше, но там неуязвимость 3 секунды. То есть тут такой вариант интересный, но, скажем так, это то же самое, что и на Ронине. Оно работает, в принципе, довольно-таки неплохо. Но, опять же, все зависит еще от рандомчика, от удачи, насколько у вас удачно зайдут вражеские герои. Но, как обычно, они заходят не очень удачно. Вот видите, наверху просто сейчас развалили все. То есть по-разному бывает, но вот это вот самый оптимальный на сегодня вариант с того, что я уже перетестировал. Я уже дохренище карт слил, перетестировал, но ожог меня реально радует. То есть в данном случае герой не сливается, потому что в большинстве случаев, что Фрея сливалась у нас, что у нас была землеройка, они обои сливались, но с ожогом, блин, можно поставить эмблемой, но тогда надо, чтобы была воодушка. Талантом я уже показывал, но это бессмысленно вообще будет. То есть Фрея с воодушкой реально намного круче. Почему? Потому что она у вас всегда будет на максималке, плюс у вас будут голуби, которые вас в определенный момент подстрахуют, если герои выйдут где-то в зоне, вот как видите, вот, на серединке, они могут пойти в центр. То есть она подстрахует, и они не забегут дальше. То есть в этом плюс. Вот такая вот, ребятушки, фрейка у нас сегодня. Поэтому пишите комменты, кто, что, как. Ну, видите, вот третья волна. Конечно, она и на третьей может сейчас слиться с одной плюхи. Но в большинстве случаев, я же говорю, вот она уже начала выживать. То есть уклонение немножко, плюс ожог. И реально это смотрится довольно-таки неплохо. Единственное, они зашли сейчас вот на культисте. И там они могут даже зависнуть, вот ее слили, это вполне нормальное явление, что ее слили. Когда зачастую заходят на оккультиста, он не дамагит, он не блокирует, я даже туда поставил специально супер пэта. Ну тут я не знаю, мы пройдем, не пройдем, скорее всего, вряд ли. Командоры пошли на Феникса, ну в принципе через Феникса, ну сейчас опять пятая волна будет и опять мы с вами попадем в просак. Хоть мы их сейчас всех посливаем, наверное, но, скорее всего, на пятой. Ну, по-разному может быть. Но пока 4 героя, Фреи нету. Оккультист такое, но вот Фреи, конечно, не хватает. Недомогание, в принципе, у меня на Зефире, на Некросе есть. Ну, не факт, не факт, ребят, что эти все выдержат сейчас эту волну. Мы посмотрим. Но без оккультиста, конечно, сложновато будет. Ну вот видите, опять же неудачно. Но посмотрите, сколько раз я уже дошел до пятой волны. То есть не настолько сложно, то есть где-то плюс-минус надо уже ловить просто удачу. Вот, поэтому у кого есть ожог, пользуйтесь. Возможно, вам поможет. Но пока лучше варианта я, скажем так, не видел. И на практике, как видите, до пятой волны мы доходим уже довольно-таки часто. То есть это означает то, что осталось немножко словить удачу, и в принципе волна придется. Еще вариант с выживанием надо будет потестировать, потому что особо дамага от Фрейвы тоже здесь. Чем больше дамага будет, это не факт, что вас спасет.